Региональное управление Росприроднадзора требует прекратить работы на буферных прудах нефтезавода. По мнению надзорного органа, именно этот технологический процесс является причиной неприятного запаха в Омске. Напомню, накануне ведомство подало сразу несколько исков в суд с требованием Газпромнефти ОМПЗ приостановить выброс и доказать законность проводимых на объектах работ. У контролирующего органа есть основания считать, что загрязнение воздуха происходит из-за них. Это подтверждается исследованиями лаборатории, отобранных проб воздуха и отходов, которые хранятся там с середины прошлого столетия. Извлечение нефтесодержащих веществ с прудов проводит Нижегородский институт прикладных технологий, как считают в Росприроднадзоре, не имея на то соответствующей лицензии. Во время этой работы в атмосферу их выбрасываются загрязняющие вещества, но в ведомстве пока не могут сказать, что именно выделяется. Какие это загрязняющие вещества и в каких концентрациях они выбрасываются? Здесь подключены уже институты научно-исследовательские. В Новосибирск мы обратились для того, чтобы нам разъяснили и дали уже точное заключение. По данным управления Роспотребнадзора, их службы фиксировались превышения в атмосферном воздухе жилых районов как раз углеводородов.